Республиканский отряд специального назначения в честь 30-летнего юбилея получил свое собственное знамя. На Медне спецназ МЧС получил и новое название – «Зубр». Поэтому именно этот лесной зверь красуется на новом знамени. Торжественная церемония прошла сегодня на базе спецотряда. В нем участвовали не только спасатели, но и высокопоставленные гости из Совета Безопасности, в том числе госсекретарь. Александр Вольфович зачитал юбилярам поздравления от главы государства и наградил лучших сотрудников. 30 лет отряд постоянно развивался динамично. Ежегодно у нас появляются уникальные образцы вооружения. Буквально в прошлом году у нас появился вездеход «Шерп», который позволяет значительно расширить спектр выполняемых задач отрядом. Сегодня бойцы республиканского отряда специального назначения МЧС способны выполнить любую задачу по ликвидации чрезвычайной ситуации. От тушения пожаров до устранения радиационных угроз. В отряде работают высококлассные специалисты, прошедшие многоступенчатый отбор. А оснащено подразделение по последнему слову техники.